Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль, это у нас Lada Granta, автомобиль абсолютно новый, 2023 года выпуска, оснащен мотором 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил. Приобретете автомобиль, вы будете первым владельцем этой машины, так что давайте переместимся в салон, покажу, что есть по комплектации. Также из допов здесь уже стоят брызговики, стоят ветровики, и у нас здесь с вами также автомобиль оснащен сигнализации с автозапуском, целый набор ключей, запасной брелок от автозапуска, сам автозапуск, на стекле уже есть пленочка наклеена, и также у нас еще в автомобиле уже есть коврики, пожалуйста. Так, ну давайте переместимся в салон, я вам расскажу комплектацию. Значит, комплектация у нас с вами имеется: усилитель руля, передние стеклоподъемники, регулировка зеркал, управление световыми приборами, механика пятиступенчатая, подогревы передних сидений, отопитель салона у нас с вами с кондиционером. Чуть повыше располагается штатная система, можно проигрывать SD-карточки, также есть USB разъем, есть функция Bluetooth, ключи я вам уже показал, управление бортовым компьютером. Ну и машина, поскольку новая, пробег всего лишь 18 километров. Так что вот, если желаете себе приобрести хорошую, красивую белую Ладу Гранту в хорошей комплектации, она вот здесь, пожалуйста. Данный автомобиль находится в наличии в автосалон столицы. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв. Заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам все про автомобиль. Если вас все устроит, машинку вы сможете у нас приобрести по системе трейдинг, в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения. Всем доброго. До свидания.